Шеф-повар Максим Григорьев. Цветная капуста в тефтелях из индейки. Обычными тефтелями уже мало кого можно удивить, хотя это вкусное и полезное блюдо. Попробуйте приготовить вот такие, с целым соцветием цветной капусты внутри тефтелей, и вы почувствуете отдельно вкус этого нежного овоща и мясного фарша из индейки. Кроме всего, блюдо красиво выглядит в разрезе, чем можно привлечь наших детей, накормить которых иногда становится немалой проблемой. В общем, масса удовольствия и пользы. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Батон 100 грамм рам. Индюшиный фарш 500 грамм. Капуста цветная 300 грамм. Лук репчатый 1 штука. Мука пшеничная 1 столовая ложка. Перец черный молотый 2 щепотки. Помидоры в собственном соку 100 грамм рам. Сметана 3 столовые ложки. Соль 2 чайные ложки. Чеснок 3 зубчика. Шаг 1. Для приготовления тефтелей с цветной капустой нужно взять такие продукты: фарш из индейки, цветную капусту, лук репчатый, чеснок, белый батон, муку, помидоры в собственном соку или томатный морс, сметану, соль и перец черный молотый. Шаг 2. Капусту разбираем на соцветия и отвариваем в подсоленной воде. Затем воду сливаем, капусту охлаждаем. Шаг 3. Готовим фарш для тефтелей. Лук репчатый и чеснок чистим и моем. Белый батон замачиваем в холодной воде. Затем, когда он впитает влагу, отжимаем его. Можно все эти ингредиенты измельчить блендером, как поступила я. А можно перемолоть через мясорубку. Шаг 4. Полученный фарш солим и перчим по вкусу. Шаг 5. Хорошо перемешиваем все ингредиенты фарша с солью и перцем. Шаг 6. Формируем тефтели. Из фарша делаем лепешку. В середину ее кладем цветную капусту. Шаг 7. Скатываем шарик из фарша с капустой. Шаг 8. Тефтели получаются достаточно крупными. Шаг 9. Готовим соус, в котором будем варить тефтели. В сковороду кладем сметану с мукой. Шаг 10. К муке добавляем измельченные помидоры в собственном соку или готовый томатный морс. Шаг 11. Перемешиваем тщательно, чтоб не было комочков муки. Шаг 12. Добавляем 350 мл воды. Солим соус по вкусу. Шаг 13. В соус выкладываем тефтели с цветной капустой. Накрываем сковороду крышкой. Шаг 14. Готовим тефтели 30-35 минут на среднем огне. Если помидоры кислые, я всегда кладу в соус сахар. Шаг 15. Цветная капуста в тефтелях из индейки готова. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.